Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Гангейдж проходить, короче. Так, нас тут какой-то мопед пытается выжить из этого. Так, вот тут пушки будут, хорошо, как-то нужно их сносить. Не знаю, как их сносить, но надо как-то сносить. А еще нужно очень сильно аккуратно, сука. Потому что пушки. Потому что тут вот такая вот хуйня, блядь. Ну вот как можно было трехочковый такой сделать, сука. А? Ладно. Где там ты? Мопед. Плохо, что здесь пушка, не вот это не грейдится никак вообще. Так как же мне сделать с этими пушками-то? Не пойму. Так я в нее не попадаю. Тут главное как-то не попасть, короче, между этим гребаным, сука. Этим, как его называют-то. Так, она не стреляет, да? Мопеда бери. Бери мопеда. Хорош. Так, спокойно. Надо сохраниться как-то. Сохранился вроде. Ты что такое лезешь ко мне? А ну-ка отстань. Так, убей ту пушку, Уу! Ты кто? Кто это? Кто это? Где ты? Ты кто такой? Отвали нахер. Пушку убил? Молодец. Тихо. Сохранится. Воу, еще один! Ты кто такой вообще? Ты откуда берешься-то? Ага. Ой, блядь! Что попало-то? Что у меня попало-то? Кто попал-то? А, он прилетает, этот работушка. Ладно, окей. Спокойно, тут край. Так, куда теперь? Давай пошли сюда. Мало ли. Ладно, никого нет, так, а тут... Тоже никого нет. Далеко мне еще ехать? Когда моя остановка? Да блин. Ёпта, я что-то провтыкал. Ух ты, блин. Прикольно. Прикольно. А там я их прав... В смысле? Ну хотя бы... Нифига, вы что, серьезно так надо было сделать? А F1 можно нажать? Ладно, нажал, сохранился. Немножко жизни восстановил. Кто там впереди? Никого нет. А сзади? Да и сзади вроде никого. Далеко еще ехать, ну! Есть, отлично. Фух, вот это вот... Я двигаюсь? Нет, я не двигаюсь. Что это? Блять, главарь еще и на поезде, вы что, серьезно? А он не фейлится. Так, а как он меня бьет-то? Я не пойму, как он стреляет пока что, подожди. Но он злой. Он, сука, злой. Он, сука, уже почти нам... А в смысле? А мне куда деваться-то? Ты серьезно сейчас? Нихуя себе, с одного удара меня заебенил, ты видал? А что за херня? Куда мне деваться-то? Там деваться некуда. Хм, странно. Фриз его не фризит. Он идет постоянно на поезд, он постоянно на поезд находит, получается. Как мне его? Так, ну-ка, где это там? Давай, шмаляй. Бляха, это сложно. Стоп. В смысле стоп? Воу, нельзя попадать на этот луч вообще ни разу. Окей. Так, вран-та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 . Там ему как-то глаза надо остановить или что? Как он этой штукой стреляет-то, не пойму. Да что за херня? Как его мочить-то? Ни хрена себе, вот это все, вот это край, вот это я не пройду. Вот я не пройду, я тебе отвечаю. Вот это я пока что не понимаю, как надо пройти. В
Блять, прям сюда идет, сука. А я еще между поезда, конечно, блядь, естественно, его. Давай попробую со щитом, я не знаю. Может, он сработает как-то. Да уйди ты, ебаный пидорас, блядь, со своими граблями, ублюдок. Да не, это будет жопа, ты чё? Хотя, может, я щит рано включил, да? Я рано щит включил. Блин, вот это сложно. Так, ну и чё? Как он мне там стреляет сверху, я не пойму. Вот этой вот. Так он 100% попадает, вы чё? Чё там делать-то? Так, подожди, лазер самое опасное у него. И все, и как мне, и как мне? Как мне? Он низ там, закрывает низ. Мне нужно как-то вниз спрыгивать, когда он лазером стреляет, или чё? Или что, я не понял. Возможно, так. Возможно, когда он лазером стреляет, нужно вниз прыгать. Да, блядь. Сука, какой же у меня долбоёб просто герой. Почему ты не можешь спрыгнуть нормально с края, сука? Почему ты подходишь и останавливаешься, упырь? Ему надо подпрыгивать, представляешь? Ему, сука, надо подпрыгивать, блядь, потому что он долбоёб. Конечно, блядь. Заново. Классный главарь. Отличный главарь просто. Пиздец. Да. Он там поверху стреляет. Так он же закрывает полностью там весь этот проход. Как я туда вниз спрыгну-то? Сука, еще и не попадаю. Что было? Сука, как сложно, подожди. Ай. Что за хуйня, блядь? Он, я не пойму, он... В смысле? Еще не все! Вы чё? Фух. Вот это сейчас пока что самый сложный босс был, вообще, прям вообще. Какой, которого я пока что встречал, ну не знаю, последнего, что мы еще не дошли до него, да? Но вот это вот был самый-самый сложный, как бы по мне. Потому что, ну хотя, я понял, как его бить, смотрел, меня почти даже не тронул, там пару раз ударил. Но жизни вообще прям, ну не дают. Чё такое? Это вот должно быть императорское учреждение какое-то. Хер его знает. Так, назад, наверх как-то надо, да? Так, подожди, стоп. Давай я сделаю вот так. Та-ра-та-та-та-та-та. Оп, тихо. Ой, кто-то стреляет уже. Life Recover. Где кто стреляет? Он стреляет из-за тумана войны. Вы серьезно? Ты что так долго дохнешь? Слышь, а может ты умрешь? Нет, робот. Что такой живучий-то? А как мне тут наверх выйти? Он же цепляться не умеет. А как тут наверх выползти?
Капец. Музыка громкая. Эй, уйди, блядь! Сука, за дверь зацепился, тварь. Да, конечно, да. Где-то так примерно оно и было. Как всегда, блядь. Жизни вообще не дают. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я сдох. Класс, класс, четко, четкая игрушка. Жизни вообще не дают, когда должны давать жизни, их не дают. Почему? Почему всегда так было на PlayStation 1? Когда тебе жизни нужны, их не дают. Когда они тебе нахуй не нужны, блядь, их дают, сука. Кошмар какой-то. Подожди, а я там разбил этот? Конечно, ты попал, да, потому что я за ебаную стену зацепился, блядь. Сука, подожди, я там не это... Не открыл ящик, походу, да. А там жизни нет. Экстра энерджи. Мне нужна экстра энерджи, это как-то сначные. Жизнь звать, да? А что там за чувак такой был на танке? Как его бить-то? Вот тут вот. Подожди, сохранюсь. Жизней мало, но и мать их так. Вот это вот, что за херня такая едет? И ничего с нее не упало. Ну класс. Я вот этих не понимаю, пацанов, которые меткие такие, блядь. Я вообще их не понимаю. Так, куда мне идти? Сюда, туда, куда, блядь? Да, жизни, конечно, вообще херня. Их не дают, как обычно. Ну а где мои жизни, экстра энерджи? Где жизни-то, я спрашиваю, игра? Компьютеры, нормально. Ой. Так, тут ничего не разбивается, да? Где жизни-то, алло? Жизни здесь должны быть на каждом шагу после каждого противника. Вообще, по логике, с каждого противника должны падать. Потому что они, блядь, сносят-то за один удар-то сколько? А восстанавливает-то не столько. Чё это? Да, еще почему не улучшается оружка? Я что, всю игру буду играть с такой хуйней? Да. Ну ладно. Пойдем потихой. Я сейчас дойду до главаря с таким количеством жизней, серьезно? Открывай! Не понял, что, не сюда, что ли? А куда? А куда тогда? Подожди, ходов больше нет. Что за херня? Так, не понял. А сейчас куда идти? Ну сюда, там же пусто вроде, там дверей нет никаких. Так, кто тут в косынку играет? А еще куда идти? Подожди, стоп. Там же это. Вроде ходов больше не было. Или тут в начале куда-то можно пойти? Чё-то не понял. Вот тут наверх я не знаю, как выйти. Так, а чё? Может, это лифт? Как сюда вообще попадают? Ну? О. Привет. Так, а куда мне идти? Подожди, стопящечка. А куда идти-то? Нет уходов вообще, там закрыто. Каутион. Как их забрать-то? Как тут... Я вообще... Всё. В этой игре много чего не понимаю. Ты дверь? Нет. Ты не дверь, какой-то мусоропровод. Так а куда идти-то? Вот тут единственный ход сюда, только так тут тоже закрыто. Может это разбить? Классно, поставили хоть табуретки какие-то с урной, прикинь. Ха-ха, поставили в коридоре, додумались.
А чё закрыто-то? Эй. Посмотрим туда. А как открыть-то? Кнопок-то нету. Что делать опять? А ну-ка, стоп. Ну, там он сетик, мне туда надо. А как ты... А почему закрыто-то? Алло, кнопку какую-то нажать или что? Так, они не было никаких кнопок. Может, к компьютеру подойти? Может, там, типа, это, пароль там какой-то, я не знаю, вводишь, и там он открывает. Ну, сейчас пойдем к компьютеру сходим. Может быть, действительно через компьютер дверь открывается? Как громко здесь музыка играет. Ну-ка. Так, компьютер. Ты мне нужен, наверное. О, в натуре. А что делать? Так, он сам делает, да? Так, открыл этот Dark Луна, что-то там. Так, вроде открыл, да? Пошли посмотрим. Да блин! В ритм не попадаю. Открыл, сука? Блядь, не открыл, ты чё? Я не понял, ты какого хера это? Что за прикол с этими, блин, дверями-то? Почему ты не мог открыть? Что, второй компьютер надо? Ты... То есть я не тот компьютер подошел или что? Но. Открыл? Ай, как же она немножко напрягает, да? Ну на ничего, ладно. Да неужели, блядь? Чё такое красная точка? Да. То есть вы хотите сказать, что с самого начала, блядь, и ещё... Я жизни потерял из самого начала, ну зашибись. Шикарно просто, просто шикарно. Тут ничего больше не скажешь. Просто шик. Просто охуительная вещь. Блять. Да. Ну ладно, жизнь потратил, так потратил, мать Кевин, так. Хоть жизни восстановил. 88. Ай, кошмар. А кто тут еще стреляет? Сука, ты, вот эти вот, блин, меня не просто напрягают, вот эти упыри. Они ублюдки. Они просто ублюдки. Отвечаю. Ты издеваешься сейчас, блядь? Как от них уворачиваться, не понимаю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Меня уже это заебало маленько. Честно. Просто отвечаю. Сука. В смысле цветочек взят? А чё это тогда всё тут на месте? Да запрыгни ты, жирный. Так, ладно, я так понимаю, нужно подойти к этому и к тому. Наверное, скорее всего. Давай быстрее, жирный.
Хорошо, ладно, открыл дверь. Там так два чувака классно стояло по краям. Тот и та, там и там. Вообще просто классно. Зашибенно. Просто отхерачили меня, как я не знаю. Этот дальнобойный, что ли? Тот не видит, а этот видит. Нет, это что-то еще одна эта херня едет. Целься ты в нее. Вот это была бы игрушка классная еще, если бы придумали хотя бы какую-нибудь прокачку оружия. Ну не прокачку, там, ну, чтобы оружие было новое. Ха-ха, сука. Ай, блядь. Падаль. И что, жизни будут? Нет сегодня? Интересно мне. Воу, что это? Ты что за херня такая? Ты что делаешь? Ты закрываешься? А зачем ты закрываешься? То есть его нужно, короче, раз этого... Нифига себе, прикольная штука. Раз этого, чтобы он, типа, начал открываться рукой, типа, подойти к нему, чтобы он тебя на... Воу! Охерительный расклад тоже неплохо. Кто по... Ты серьезно сейчас? Он попал из-за угла, что ли? Да, откуда он знал, что я здесь? Ладно. Давайте на этом закончим. Короче, что-то серия какая-то у меня напряжная получилась. Вот это вот, не знаю. В общем, следующий пойдем дальше. Этого Йока Вакля будем мочить. То есть дальше просто пойдем и все. Все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Gun Gage. И всем пока.